Так, пришли два сталкивалки, ажур, чуть-чуть бункер вовремя не успел достроить. Ну, вышел циклон и накидал просто сталкеру нормально так, одному, второй еле живой тоже. Вот. Про Бо-2 сказал. Твич БДА. 5-4-500 ММР. 2-300 игр за Зерга. Играешь полгода. Ну, за полгода 4-500 ММР, это вполне, мне кажется, нормально. Вопрос в том, играл ли ты там в первый StarCraft когда-то, и во что ты там играл, Warcraft там какой-нибудь, я не знаю. Вот. Просто одно дело, вот, если вообще не играя в RTS какие-то, ну, подобные старику, да, как бы, то это вообще тогда как-то даже мощно, я бы сказал. А если играл уж до этого, что-то, это нормально. Короче, бустит Харикейн Нексус начал добывать, пошел Блинк, Роба. Интересно такой через два гейта опенинг. Надежный Блинк. Надо взять на вооружение что-то такое. Тип как в ПВП. Ну и еще в третий Нексус, я так понимаю, выход будет. О, циклоны, привет, сталкеру передают. Сталкер минус моментально. Здесь еще есть сталкера. Был бы блинк, килажур мог вообще б не уйти. Но блинка нет. Зато здесь выход есть. Очень четкий такой, с маликами. Плюс танк делает... А, плюс танк делается. Циклоны шатают мейн. Ну, надо взять циклонов мариком сейчас вот этих. Пилона достаточно было, убийства этого, по-моему, вполне. Блинк уже скоро будет готов, но пока он не спасет. Так, ну Марик... Блин, ну вот все, килажур нормально делал, кроме, блин, последнего момента, как он сконтролил вообще. Ну ужасно, что законтролил тут его. Так, пилон срезал. Танчик идет вперед. Сейчас танк можно отдать нахрен на халяву, блин. Танк пора сиджить, что килажуры делает. Со всех сторон сталкеры напрягают. Пред нога будет до двух побед, как раз Бо-3. А Бо. И что значит Бо-3? Это значит три карты играется. То есть до двух побед. Бо-2, значит, две карты играется. То есть либо 2-0, чудо пользу, либо ничья. Истину мощно, так килажур напрягает оппонент своего. Стим делать начал. Успеет убить нет. Похоже, что нет, потому что имморф вышел. Ну понял, килажур, что медивак уже не увести никак. Только мариков можно отдать вообще. Так, неизвестный 300 рэ присылает, в дюну играл, это ты, Эндорфин, или какой-то другой неизвестный? Как, кто в дюну не играл, тут жизни не видал, ё-моё, о чем ты говоришь? Нога, 50 рублей, хорошему стримеру бабосик на развитие, спасибо, нога. Еще б я в дюну не играл. Я только во что играл, это в Сегу, вот. И в ком потом сразу как бы. А извиняюсь, если играл в Сегу и не играл в Дюну, то это значит дурачком рос просто как бы. Это по-другому мне не описать никак, реально. Так, пришел тут у нас. О, и морклы въезжают в троечку неплохо так. Ужасная атака от Харикейна. Слил сталкеров, слил эмортлов, что он творит-то вообще? Слушайте, ну тут килажур может взять прям первую карту сейчас легко. Так.
Так, развитие, я понял, уже развит. Нормальный человек всю жизнь развивается. Понял? Так что правильно нога говорит. Так, килажур прогнал тут немножечко оппонент своего. Ну что, в тыл тут пошли юниты. Ну здесь есть три мародера, Марик, нет, сейчас щиты будут готовы через пару секундочек. Похоже, что минус здесь Харикейн, ребят. Приходят килажуры, Моркл минус, сталкеры здесь сзади, медиваки по льду, что один медивак падает. Ну как печаль вообще. Здорово, Илюк. Ну, Нексус падает сейчас. Это абсолютно очевидно. Пробочки опять на третьей эвакуируются. Ну, здесь лажур быстро настигает, короче. В фоме сказали, что... В части, конечно, в фоме уже развит на деградацию тогда. Да ладно, разобьемся еще что тогда. Деградировать тоже иногда, ну, можно маленько. Чтоб... Маленький шаг назад и большой вперед, так сказать. Спасибо всем еще раз, ребят, что-то нормально. На стабильности турики. На стабильность можно. Ну, за стабильность. Как говорится. Так-с. В игру. Так, ну что, я в игре.
Так, здоров, Кассиопея, здорово всем, ты деньги приносишь, Энцелад. Так, ну что, килажур 1-0, погнали. Привет, как дела? 111 рублей, не знаю, что написать, регулярный донат. Тут что-то сегодня сознательность проснулась, что ли, такая прям. Регулярный донат, там все дела. Бля, короче. Пора мне это, как бы, ребята, ну, я этот, типа, фулл-тайм стример, короче, блядь. Мне надо как бы не плинтус, мне надо, знаете, что? На стенке здесь реквизиты, на, ну, баллоном нарисовать, граффити там такое, там, фуха, типа, поддерживать и врубать вебку туда, короче, просто в перерывах. Вот, и будет прикольно, как мне кажется. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. 900 гг списал Эндорфин. ТСМ готов. Ну вот, чё. Надо больше увеличивать. Не просто так. ТСМ готов. Так, ну, пилон гейт, гаст, нексус, кибернетчика здесь у Харикейна. Килажур то же самое, газ, бара, крипер, цех, факторка. Твайлайт ранее не заметил, зато заметил адепта. Но это стандартнейший адепт. Делаются здесь гелики. Там блинк пошел. Дроп гелика будет, по ходу дела, сейчас в ближайшее время исполняться. Что, куда, как и что, вот это вопрос, конечно, пока открытый. Улучшение командного центра завершено. Так, пытается киложук здесь напрессовать. Рипера минуснул сталкерами у нас Харикейн. Адепт вернулся. Я понимаю, почему киложур не гоняется за стеком рабочих? Для меня это секрет просто. Ух, как сплэшом тут накидывают нормально гелище. Бля, как батарейка это вообще? Батарейка, имба какая-то. Либератор прилетает на мейн уже, тут раскладывается. Ничего убить не получится, походу, им правда вообще. Так. Да мужик, он непонятно как-то. Видимо, это все из-за блокировок, из-за этих. Он то работает, то опять не работает, как бы мужик этот. Ну, то есть, вчера работал, потом прямо во время прямого эфира отвалился опять. Я не знаю, как, что там с этим мужиком. Уволить не получается. Сказать, уволен, блин. Потому что он Яндекс мужик виртуальный. Во-вторых, он единственный.
Замены нет, хотел Култи взять, но ну, пока не будем Култи, пока в StarCraft играет. И даже тащит. Так, А54 Рус смотрит. А.54 Рус активировал премиум на ваш канал. На премиуме возродился, короче, смотрю, мужик. Ну-ка, здесь. Привет, подчеркивание, как дело, поддержал ваш канал на 111 рублей и сообщает, не знаю, что написать, регулярный донат. Эндорфейн переподписан 7 месяцев. Спасибо, да, пинты уже до этого. Стройка завершена. Вот, смотрите, заработал, теперь можете сагрить мужика на что-нибудь. Ну, надо ему денежек давать, чтобы он что не говорил. А так я сам озвучу. Конец, ребят. Опа, 18 пробок. Минус, пока я мужика исследовал, ребят, здесь произошло у Харикейна. А что это было-то вообще? А, это дроп геликов был, ребят, походу. Нет, это дроп минок был. Он, кстати, еще жив до сих пор, ребят. Я дико извиняюсь. Я проморгал все, но... Хоть сегодня день кипишно начался очень. Начался, точнее, вот. Дашь с Машей приехать. Ну, приедут. Сегодня уже они в автобусе едут, блин, мне по факту уже мне перед фактом поставили, как бы, вот, и мне пришлось, как бы, продукты бегать, покупать, тут на велике, точнее, я ездил, ну, очень быстро все это делал. Приехал, погулял с Шарликом, и вот я здесь на стриме. Там три Нексуса, Чарша 1-1. Вот единственная штука Рикена сейчас хорошо. Это три Нексуса, Чарша 1-1. Кстати, по минералам почти все три Нексуса раскачаны полностью. То есть Чарши, Гиты можно перейти на Гитов добавлять. Став Яндекс Бабу. Ё-моё, сталкеров только не надо сливать. Ё-моё. Не, это ГГ. Харикейну, походу, ребят. Что-то он какой-то мертвый сегодня. Здесь Либератор еще прилетел. Жесть. Скиллажу шатает люто просто. Яндекс Баба в декрет ушла. От, ну, Култи батя. Вот он женится недавно. У них с Култи пополнение в семье. Ладно. Я уже леплю. ГГ. Ну, кстати, да. Как про увольнение сказал, сразу заработал. Да я уже выяснил, что три мины были дропнуты. Слушайте, я не думал, что киллажур в такой кал просто ушатает харики. Вот так вот. В итоге вот так вот, ребята, произошло. Вот. Ждем следующую пару. Я даже хз, кто там будет дальше у нас.
Так, секундочку, ребят, что-то там случилось. Так, все, я здесь. Это Саня был, короче. Вот. Это был Саня. Мелочь ему нужна была, как обычно. Вот. Ну а что? У меня было там рублей 12, бляха-муха. Спасибо тебе, Эндорфин, еще раз. Он чем говорит, что-нибудь мужик-то вообще? Эндорфин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: за ножки. Так. Ну что, ребят, второй матч. I'm ready, я хз, кто такой, но походу... Эндорфин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: Саня на чек как? Бля, когда Саня не видел, а то сотку с меня спросит. Вот этот, как его? Раз запальтушил.
Так, спасибо, эндорфин. Короче, еще раз поехали. Киложур против I'm Ready. I'm Ready Zerg. Я не знаю, откуда Zerg. По-моему, он какой-то там... Я хз, короче, что там. Улучшение командного центра завершено. Так, ну что, погнали, ребят. Так, а, Тайвань, I'm ready. Вот, ребят, что тут происходит. Здесь прокси-хаттеры просто отвлекаются со всей стороны, извиняюсь. Все, теперь в игре буду. Ну, у нас тут 5 матчей, было 2, соответственно, в этом турике, как обычно, короче. Потом по репкам можно что-то застримить, либо я FP поиграю, скорее всего. Они по репкам будут стримить. Здесь нечего особо по репкам будет стримить. Группа какая-то. Ну, тут киложур мощный, да, тут Харикейн неплох, но остальные так все вообще. Ну, что могу я сказать? Что-то захлебнулся здесь Пуш, в общем-то, Зерга. Танчик он забирает, конечно, но... Тут сейчас будет новый танк, киложур. Вот я не понимаю, зачем он его сюда-то ставит? Отведи ты его вот сюда, подальше чуть-чуть, чтобы он так зафаерболить-то откровенно не мог вообще. Повезло Марику сейчас ушел вообще. Королеву здесь не подстраивает вообще, просто не понимает, что исполняет этот зерк. Здесь обязательно должна быть королева, здесь все должно быть крипом застрано, пока этот пуш идет. Мужта есть шанс просто заказать хату, и пока тиран будет разблокировать крип, выйти по экономике вперед иногда. Но зерк этого не делает вообще. Я не понимаю, что он вообще делает, что он хочет сделать, точнее даже. Здесь же 2 танка. Я не понимаю, почему киложур так близко к танке подводит. Нахрена вообще? Подержал. О, пошел на лом. Ну, это ГГ, ребята. 1-0 киложур. Это просто ужасное исполнение, конечно.
Вообще тут Patience еще в этой группе должен был быть, как бы, но его нет теперь. Ну, как-то это... Интересность снизила здесь. Так, ну а этот килажура погнал, прыгаю туда. Сейчас одену кофту, пожалуй, а то что-то прохлада какая-то присутствует. Сегодня, ребят, вечером стримов, наверное, не будет никаких. Вот. У меня есть дела, плюс мои приедут, как бы, может, домой я успею дойти. Завтра в 7 утра ГСЛ, как бы, стопудняк будет. И завтра у нас, соответственно, много еще, короче, этого будет. Так, ну что, килажур 1-0, это бо 2, кстати. Всем здоровенько еще, тут уже и Саня зашел, и все дела, короче, пилю рекламу я еще. При этом всем, у нас людей уже больше 200 человек, это хорошо. Анонсов я заранее все никаких не писал.
Ну что, прилетает Рипер, не прокси хату решил сыграть в этот раз у нас, I'm ready. Киллажур играет Газбарак, Рипер, ЦЦ, Хафактурка, Катализатор у нас карта получается, Киллажур на 11, I'm ready на 5 часах. Вот. Спасибо, Эндорфин, как дела, привет. Так, не понял, а чё опять мужик-то молчит? Опять помер, что ли, бляха-муха? Вот пес, блядь, проклятый, короче. Так, спасибо, ребят, всем за поддержку. Шашлыки псковские на... в мае. Вот в мае я буду в Москве, только я не знаю, в каких числах пока точно, как бы. Планировал я вообще на 9-е там уже будет посмотреть, парад бы, конечно, но... У тебя тут зерги эволюционировали. Ура, ура! Ну, пока точно не знаю я, ребята. Так что, Эндорфин, посмотрим, братан, что там, как. Вот, а так, Шашл, будешь делать зави вообще. Погорело все, погорелец просто какой-то, ё-моё. Телебом, телебом. Загорелся, I'm ready дом. Просто 22 дрона. Просто 23. Как моя школа. Номер. Ну, школа стоит, а 23 сгорело. И у меня сгорело просто сейчас от этой игры I'm ready. Но очевидно, что игрока мертвенького занут. Конечно, Patience бы, если бы здесь был, он, может, Киллажура даже пробрил бы. Но I'm ready не готов явно, короче, Киллажура сбривать вообще. Так, странно, что полуопупевший пишет про Роскомнадзоры ники по паспорту, потому что вот как полуопупевшего прочекают history с Good Game, как он там школьниц там пердолил, ё-моё, истории, или как срал говном там с утра, короче, вот, вот эти вот юморок, как бы, и полуопупевший поедет строить Байкал-Амурскую магистраль. Точнее, как бы ее будут другие строить, а полуопупевший будет, ну, как бы... Олей, короче. В перспективе просто какой-нибудь. Так. Ключ зерк тут уже сливается вообще. Ладно, все, давайте закроем эту тему.
Так, что у нас дальше? Харикейн против Аймрейди. Бля, я вообще килажуру Сайфера посмотрел. Там должен был быть Харикейн Пейшенс, ё-моё. Теперь всё-то против этого днища зерга Харикейн еще смотреть. Сайфер это какой-то кореец, вот... вот. Я узнаю. Старше выбирал. Ты выбирал, а вот тебе выбирать не придется. Так. Так, опа, все-таки ту, которую я и говорю, будет следующая серия. Отлично, ребята, всем здорово еще раз. Ребят, спасибо всем за поддержку, не забывайте поддержку. У меня мой канал, сегодня с вами я так не супер долго буду, короче. Только на этом турнире, может, немножечко FP будет.
Так. Ты вот шутишь про Северную Корею. А сегодня, между прочим, Кимушка толстый. Горбачева врубил, там мириться со всеми собрался. Новости дочитайте. За объединение Кореи. Я думаю, что только никому это не надо. Ни Китаю, ни США. Это объединение. Так что дело такое. Так, эти настаивают, что все-таки тот матч надо стримить, короче. Китане, блин, деревянные, вот здесь не гибкие, блин. Надо подстраиваться под обстоятельства, блин. Реально, килажур интереснее, короче, вообще. Хрень какая-то. Надо было прыгнуть туда, я тоже не успел прыгнуть, ребят. Давайте общаться. Саню зови на шашлыки, если он очень жесткий. Да нет, Саня вообще не жесткий. Не очень. Короче, рекламу пилю. Про орлоки помните, про падежос. Вот я мог сейчас в игру прыгнуть в PvP, но, блин, ждал, потому что они тупят что-то, короче. FPN-чик? Не, FPN-чик чуть позже, может, сыграю чуть-чуть и... И т.д. А тут пока надо дождаться, блин. Чё я начал вообще турнир стримить вообще? Иди, у нас же завтра рабочий день получается, да? Интересный момент. А ведь завтра крутые турниры будут. Прям с утра.
Так, ладно, ждем, что, ребят. Так, давайте покажу вам, что завтра будет, короче, тогда пока делать нехер. Вот. А завтра у нас будет много чего на самом деле. Во-первых, завтра будет GSL в 7 утра. Zest против Sort of a Trap против Alive. Прикольная группа, все разы представлена. Эндорфейн поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: ждем-с. Спасибо, Эндорфейн, да, ждем-с. Во-вторых, завтра вот этого турнира плей-офф будет. А именно... я не знаю, сколько игр будет, кстати, какое последнее число у нас. А, так завтра... погодите. 28. Нет, завтра предпоследний день, а последний будет 29 числа, соответственно. Бля, ну там зерга турнир, кстати, будет. Ладно, если кто-то из наших здесь выживет до решающих стадий, то посмотрим, короче, что стримить еще. Зерга турнир, учитывая, что там участников уже, блин, 330 зарегилось. Если хотя бы 150 прочекинется, то там очень долго турнир пойдет. Может будет отвлечься вообще. Вот. Ну, Вердос будет играть завтра в четвертьфинале. Наверное, вот завтра вот эта стадия и это сыграется. А после, потом вот это только полуфинала будет. Блайклем завтра играет. Вот. Вечером я хотел, что там рекап вечером вроде как. Но я не знаю, буду я его стримить или нет. Наверное, буду, скорее всего, пока точно не знаю. Разберемся с этим моментом. Да, на YouTube. Да не, на YouTube заходит, короче, я просто... Прикол в чем? Я вообще с YouTube свой не раскачиваю. Я все выкладываю на Good Game.
Хотя, если бы я все видео на свой канал выкладывал, качал его, то там, наверное, уже... несколько сот тысяч просмотров бы было бы. Даже при данном раскладе другой вопрос, как бы, ну... другой вопрос, что это по деньгам бы дало бы. Ничего, наверное, бы не дало бы. Напрямую именно. Так, секундочку, ребят. Да. Все, я здесь случайно меня вообще человек набрал. Так, не, катать я ничего не буду, чтоб меня потом не ждали там, зачем? Тем более, это азиатский сервер, тут пинг 300, ё-моё. Сейчас дождемся мы, как все вернутся, и будем смотреть там дальше. Что-то медленно они отыгрывают вообще, конечно. Результаты пока не обновлены. В принципе, то тут можно было Найса Килажура еще один смотреть матч и все. И завязывать с этой группой. Что-то реально группа какая-то, ну, мертвенькая, я бы сказал. А, Токат, Китай, кстати, Токат.
Так, что-то это... А вот, Харри Кейн вернулся. Да, сейчас, наверное, что-то должно происходить, походу. Так, строитель пятого поколения, он давно уже готов. А вот когда пойдет в серию, в этом году должен пойти. Ну, на Макси 19 уже, может, мы что-то конкретное увидим. Может быть, с двигателем второго этапа даже. Вообще, 2021 Макс, вот я думаю, это будет интересно вообще. Ну, насчет МВП я вообще хз. Я думаю, что он for fun там стримит сейчас. Навряд ли он хочет урываться, как бы, в соревнователей StarCraft. Я вот очень сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего, он так, как бы... стримит на расслабоне. Так, прыгаю в игру, тут что-то начинается вроде. Просто посидели, потупили, ничего не делали, блин. Вроде в игру прорваться получается. Не понял, чем... А, так это тебе лучше почитать развернуто, как бы.
Главные критерии пятого поколения, которые заявляются. Вообще в буржуйской классификации это четвертое поколение, потому что они третье в свое время перескочили. У них не было аналогов МиГ-21, 23-го, точнее МиГа вот таких. То есть они сразу там со второго прыгнули на F-15, на четвертое поколение. То есть а в нашей классификации это пятое, короче. Так. Так, поехали, короче. Вот, ну и, ну, то есть, это какие требования основные? Понятно, что малая заметность. Крейсерский сверхзвук. Маневренность, ну, там, сверхманевренность, маневренность, как бы, да, там. РЛС с активной фазированной решеткой еще. Ну, как бы насчет Афара ХЗ, там, потому что, ну, тут непонятно в том плане, что может быть и с пассивной, там, крутые радары сейчас РЛС. Ну, это надо у эксперта в этой области узнавать. Так, ну что, поехали. I'm ready против Харрикейна. Короче, много всяких вообще. На наши зомби напали. То есть искусственный интеллект, который там помогает управляемости, там и т.д. Короче, ну то есть сверхманевренность, там двигатели все эти с векторами тяги отклоняемыми, там и т.д. и т.д. Ну это так, такая тема, там круговой обзор, там короче. Возможность там всецентрической получается войны, то есть действия в группе, координация, там вот шифрование, там, то есть, ну это как бы ко всем сейчас предъявляется. Основное, это же крейсерский сверхзвук, РЛС и малая заметность получается. Ну и многофункциональность, конечно. Вот. Такие дела. F-15 копированный МиГ-25. Это чушь все. Полная. Так же, как и многие наши там борта обвиняют в том, что они там типа, ну вот, подобные там этому Су-24, это F-111, типа там, ну и так далее. Естественно, все лучшее из МиГа-25 было взято на вооружение, как бы, вот. У них. Так же, как, ну, тут не может быть каких-то вопросов просто. Это для дурачков, как бы, ну, такое. Сейчас я недавно статью на Mail.ru видел, типа, какой-то там закон собирается принять, типа, копировать буржуйские, там, ну, технологии какие-то. И там статья, ну, понятно, Mail.ru, там, бля, офис не у нас, и всяких там ублюдков либеральных много таких работает наверняка, как бы, ну, типа, как вы СССР технологии воровали? Блять, а как буржуи воровали? А сколько после развала утекло там, как бы, вообще там, то есть, наука была, 30% открытий вообще СССР в свое время делал, как бы, научных в мире, так-то, как бы, вот. То есть это процесс, который всегда происходит, просто, по сути дела, вообще.
А по поводу там, ну там, копировать давно уже пора, блин, все лучше брать, как бы. Это надо все время делать, как китайцы, собственно, и делают. Ладно, давайте не будем, короче, его. Ребят, тут короче, куш идет, харикин пытается отбить, сейчас грелка выйдет, конечно, он отобьется. Я не понимаю, ну вот, ёпта, я же сказал же, блин, ну давайте посмотрим другой матч, ему. Нет тут организатора, ну деревянная, ему. Не в обиду, им будет сказать, нахера вот... У вас заявлен один матч, но игроки-то там другие должны были быть. То есть там должен был быть топовый PvP, Харикейн против Пэшенса. В итоге мы смотрим на унижение какого-то бича, ё-моё, просто. Ну а смысл в этом? Нам можно было посмотреть другой матч просто сейчас. Там по репкам потом будет, короче. Вот так вот. Так, самолет будет крутой. Да он уже и крутой, как бы есть. И Су-35 крутой. Просто вопрос в том, сколько их серийных будет. Вот что самое главное. Вот. F-22-то их уже как бы, ну, то есть их почти 200 выпустили. И то американцы там планировали 1000 выпускать, чуть ли не 2. В итоге в 10 раз урезали. Супер дорогой получился ТД. А у нас-то возможности поскромнее, мягко говоря, как бы. Вот, а надо минимум хотя бы штук 50 их выпустить, как бы. Ну, а как бы в перспективе планируют еще и, ну, замену полностью, там, всю вот это, семейство Су-27 на семейство это получается, потому что, ну, все, что я читал, говорят, что очень удачное получилось, как бы, ну, в принципе, все это планер, как бы, ну, то есть и... Тоже будет он модернизироваться, там, Т-50, да, как бы, и палубник, если авианосец будет строить на его, там, хотят сделать, как бы, основе. Ну, что из этого выйдет, посмотрим, как бы, ну, то есть, это все очень интересно, конечно, да. Сейчас просто идет такой технологический рывок во всех сферах, вот. Если космос, вот эти все сферы сейчас просрать, только, ну, уже будет просто печаль полная. Вот. Проще стырить. Ты не стыришь полностью никогда ничего, как бы. Нужно брать и заимствовать часть, как бы. Часть дела здесь в любом случае, ты... Да любую хрень, даже телефон с саной какой-нибудь, вот этот смартфон, как бы, ну, то есть, это ж не просто так, ну, ты, ученые-то знают, как это все сделать, допустим, и т.д., они возьмут здесь, ну, так надо же построить завод, там, линию, и т.д., как бы, там, где взять станки, где взять, короче, под это все дело, короче, ну, вот, обеспечение, вот в чем вопрос, как бы, поэтому часть берут, часть заимствуют, часть сами делают, что можно здесь, как бы, сделать. Просто это история, это все так делается. Вот после Второй мировой войны, например, Фау-2, там часть, да, как бы от этих ракет или бомбардировщик Б-29 американский хотели там закопировать. И почти во всех вот этих, что там и там, короче, ну, как бы скопировали и получилось дерьмово, короче, плюнули, разработали свой там, то есть на дохрена процентов, ну, то есть на процентов 70, грубо говоря, свое все сделали. Часть заимствовали, вот как всегда так и бывает, собственно говоря. Потому что потом Королёв R7, ну, разработал фактически, ну, сам, и удачнее получилось. Главное, чтобы умы не утекали, а это все остальное приложится, как бы, а сейчас процесс другой совершенно идет. Немесный поддержал ваш канал на 101 рубль и сообщает, верно говоришь, все эти Су-35, Т-50 это ручная сборка. Массовость заказов под большим сомнением. Так. Да нет, массовость под большим сомнением в Т-50. Су-35 как бы уже серию пошел нормально. Чем, короче, прикол-то в чем? Тема ручная, не ручная, там просто как бы это очень технологии как бы жесткие, чтобы их
на данный момент там, ну, машины собирать, как бы, да. Хотя что-то части, может, все-то так и делают. Но вопрос в том, что чем больше, тем дешевле станет. F-35 вот их там уже клепают, как пирожки, как бы они удешевятся сильно. Слава Делама! Так что тут не важно, как бы, что, ну, что сборка вручную всегда идет везде. Так, да некомпонентные базы, это все известно давно. Три отрасли были уничтожены: станкостроение, приборостроение и микроэлектроника, короче, по-моему, у нас после развала СССР все было. Поэтому здесь тяжело нагнать. А сейчас же все за выгоду, если какой-нибудь пассажир на золотых парашютах летать не будет, зачем ему бабки туда вкладывать, как бы. Ну что, ладно, давайте смотреть игру. Ну тут, ё-моё, неинтересно, ребят, поэтому я буду разговаривать, всякую херню нести. Здесь просто, ну... Уплайф поддержал не ваш ровно канал на 100 рублей и сообщает: пришел на СК2. А еще и урок истории. Помни, хорош. Здесь неровная просто пара, ребят. Как будет поинтереснее, тогда. Спасибо, Блэйд ТВ. Будем стараться. Ну, авиацию я люблю, как бы много чего не знаю. Тут, как бы, есть люди, которые сами мне могут что-то рассказать, даже на самом-то деле. И это хорошо. Что-то знаю. Жизнь за Ай. Так, архивы темпларов сейчас же. Так, ну тут так пуш идет, два зелка, два архона, их нечем отбить у зерга. Сами понимаете, что здесь за игры идут, как бы. Домой, короче, все, хорош, ребят, но это не перебор. И мы пропускаем нормальную пару из-за этого, вот в чем приколюха заключается вообще. Автомобильная это, ну, её хуясь, как бы, у нас же автомобильная сильная была. И тяжелое машиностроение тоже так себе сейчас, как бы. У нас сильное было не легковое всегда. И до сих пор что-то осталось, как бы, легковое, такая у нас, как бы, супер много и не было. Ну, хотя в Алгари норм были, как бы, например. Вот, и т.д., как бы. Машиностроение сейчас, ну, это как бы нужно, да, спора нет. Но его просто так не перешагнешь на уровень, как там немецкий автопром, ну, в жизни, как бы. Это сейчас до хрена, как бы, ВВП создают такие технологии, вот как компы там и т.д., как будто железо все. То есть это просто самое жесткое, что вообще занимает, ну, то есть именно по бабкам. Вот что нужно делать, как по мне. То есть просто поставить какую-то цель. Ну, то этого не будет делаться, скорее всего.
Здорово, его. Че, ладно, нормально, на самом деле. Не все так плохо, как кажется, но... И нехорошо прям вообще. Опа-опа-опа, куда там, что там, как там? Прыгаю в игру скорее. Ну что ты там? Заходи в игру-то. Во. Так, 0-1 кефир сливает, но это очевидно, что он здесь не фаворит. Просто это такой кореец какой-то вообще. Москвичи, да, угорали на москвичах. Уже сами уже. Так-то как бы, ну, машиностроение это, ну, отрасль вообще такая. То есть, ну, в принципе, тут, как мне кажется, если хотели бы, уже давно бы, ну, элементарно у себя бы просто приняли законы. Все дело, у нас же локализовано большинство машин производства здесь, как бы. Просто надо, получается, полное производство деталей здесь, как бы, создать и все, как бы, ну, а почему нет-то? Кому это надо-то просто? Все, мамкины политики, ё-моё, пилю рекламу, давайте, короче, этот, отблоки отключили все, подписались на премиум, поддержали мой канал, а то не буду воду через монитор заряжать, короче. Поехали в вторую карту, киложур против кефир, киложур 1-0 вообще. Так, да, не надо флудить в чат, пусть по ссылке читают, а то... ТСМ готов. Ну или в личку, да. Или пусть нафиг по ссылке переходит, что-нибудь целат. Глупый, что ли, ему перейти не может по ссылке? Я еще не знаю, но всяко может быть, но... Здоров, спиритолог, кстати. Так. Прокси бараку киложура, ребят, два газа. Факта будет, что ли?
Так, взлетает барак, Крипер полетает. В чем здесь локализация, не значит свое? Я говорю, не локализация, а полный цикл производства. Во-первых. Во-вторых, я уже объяснил, почему как бы многое не делается. Потому что нужно не единичное как бы делать, а серийное, естественно, производство. Как с телефонами, там, так и там. А если буржуй не видит, что может, здесь можно денег срубить, как бы он и не будет заморачиваться, ведь это завода надо строить там и т.д. как бы. Нахрен что-то строить, если можно, бля, купить каких-нибудь акций ссаных американских, пулить задороже. Вот. А когда идет производство, тогда как бы и там появляются специалисты, заинтересованные в разработке своего, то есть грейдят там все понемножечку, как бы лучше и лучше делается. А потом и лучше оригиналов можно начать делать, как бы в принципе. Просто надо с счета начинать. Ладно, короче, о чем речь? Давайте смотреть. Все всем очевидно людям. Вот, я думаю. Вопрос совершенно в другом. Так, кефир тут с тремя сталкерами, килажура, два рипера, что-то летают они туда-сюда. Оба живут, как бы... А что циклон-то будет? У нас два циклона уже, либератор, что-то я не понимаю. Будет атака какая-то? Нет, что именно хочет сделать, как бы... Рота здесь. Килажур уже рабочих больше при этом всем. С одной цехи, блин. Здесь два нексуса стоит. Я понимаю, как можно вот это... Как тираны протосов обгоняют на 4 рабочих вначале? Нет, здесь-то я ответ знаю. Здесь просто килажур и... Суфер какой-то, ё-моё, кореец, блин. Понятно все. Здесь почему так происходит. Но если игроки равные, так это уж невозможно, просто чтоб так было, как бы, по сути дела. Так, пробу пошло, блин, делает сколько у нас? 5 сталкеров. Давайте риперов отдадим на мую просто всех. Так, пришел килажур, что-то тут. Так, либератор на майне просто крошит вообще все в хлам. А знаете, в чем прикол? Прикол в том, что просто надо было взять два рипера и два циклона. Приехать нормально, риперами затанчить, и расклад совершенно другой бы был. Намного больше бы здесь нахарасил, наубивал. Ну, просто и так все плохо при этом. Привет, Фантомер на Твиче, везде всем тоже привет. Ютубе, СК2 ТВ, там и т.д. Чарж пошел у Протоса. Два гейтароба, чарж, ё-моё. Зато чарж с блинками, зато гейта 2. И 7 сталкеров. Пристройка завершена. ТСМ готов! ТСМ готов! Вижу все по-взрослому. ТСМ готов! Сейчас рванет! Так, Дмитрия Потапенко. Ну да, давайте риэлторами все будем, блядь. Посмотрим барыгу очередного. Он расскажет, почему мы плохо живем. Так, с минус рипер. Сталкеров все больше и больше. Ну, при этом всем у них есть и блинк, и при этом всем... До сих пор успевает, скажу, что-то пошатать. Но нахрена либерат сюда прилетел, понятия не имею. Кстати, заказал золото, и, по-моему, прям над золотом и пролетал здесь. Не, как только пролетел, заказал.
Не заметил, Нексус, кстати, этот вообще. А может это кефир из флаги в StarCraft перешел под корейским флагом, который флаг-то играет. ХЗ, ХЗ. Так, тут медиваки, фактореактор, 5 бараков. Выход какой-то планирует с килажура вообще. Здоров, Култи. Так, скан видит золото у нас, я смотрю, здесь киложу. Агрессивный такой подблинк, медивак минус. Плюс еще два медивака. Побольше надо медиваков. Так, слушайте, ну Протс-то как-то тут ничего себе такой, Протс. Что-то юнитов построить может, смотрю, отдельный стрим. Этот, как его? Костебрак подписался на премиум. Спасибо, Костебрак. Отдельного стрима по авиации очень много есть всяких видюх, там и т.д. по авиации. А если пилить стрим по авиации, тут будет стрим не по авиации, а стрим срача каких-нибудь экспертов, короче, просто и все. Смысла в этом никакого я не вижу. Это все кончится чем, что я просто перебаню всяких фанатов анального Алёши, как, ну, каких-нибудь, которые везде появляются, и все, короче. Что произойдет? Так, дроп на мейн, кстати, хорошо, дроп заходит, и морклы падают. Здесь можно улететь за филды и вообще законтролить, нормально было бы. Так, ну и так как-то более-менее здесь идет. Сталкеры пришли, почему-то киллажур так далеко армию свою держал, я не понимаю, от золота этого. О, просто собрался сюда, не знаю. Ну тут, кстати, вот этой армии не пробить, зилотов много слишком. Так, шашлык люблю различные, Денис, чё. Барашка давно хочу, но, бля, барашков мало у нас, как бы, здесь, на самом деле. Нормального мяса хер найдешь, короче. Вот. Костебрак поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает, чё ты сидел как бич без премиума, сидел, точка, 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 вот еще держи, поддержу канал. Спасибо, Костебрак, самокритичного. И правильно, правильно, да. Чуть без премиума ты сидел вообще. Да. Ну тут катит килажур, короче. Не абсолютно прогулка, как бы такая легкая для него, но на самом деле на изичек он тут побеждает, как бы и. Так, здесь атака идет. Это ГГ.
Спасибо всем, ребят, еще раз за поддержос. За авиацию я и так, то есть, если спрашиваете, я что знаю, как бы, ну, вам говорю. В общем-то, и все. Вот. За авиацию я только одно могу сказать, ребят, 12 мая в Кубинке будет очень круто, как бы, ну, кому это интересно, можете поехать туда, посмотреть нашу авиацию военную, как бы, и все. Вот. Я там буду. Я вообще 9-го хочу приехать еще в Москву. Бля, ну просто там я посмотрю, если там какие-то важные турниры будут в этих числах хорошей стадии, то я только на 12-е, наверное, поеду. Вот. Так-то я хочу прям в Кубинке. Я там даже хостел, короче, забил себе. Вот. На всякий случай с 9-го по 12-е на 3 дня, как его. Так, ща я домой быстро звякну. Ну тут найс про... Так, погодите. Так, все, я здесь, ребят.
Так, реклама пилю, промить про отлоги, поедешь на мой канал. Кубинки еще тунчисы, можно глянуть, что такое тунчисы, я даже хз. Признаться честно. Так, первый амреди, ребят. Конечно, Найс, наверное, не так силен, как Харрикейн какой-нибудь. Но... Я думаю, что он абсолютно здесь фаворит с этим зергом. Пусть зерг этот мертвый. Честно говоря, его просто по 5-6 минут выигрывали предыдущие игроки. Вот, но есть надежда, что здесь быстрые игры будут, и мы успеем еще другую пару посмотреть вообще. Нормально, зелок всем накидывает. Тут такой своему зданию даже поднакинул маленько. Прикольно, Настя контролирует, что там по АПМу. 290 на 300. Чего у него 300 у Зерга этого? Так, результаты премьер лиги. Я видел, ты 3-2 выиграл, Блая. А, Скиллос Крас выиграл, я видел 2-2 было, короче. Ну, Скиллос красавец еще, короче, говорить-то молодец. Ему трениться надо, как бы, он хорошо играл и раньше, как бы, просто сейчас видно, что на более высокий уровень выходит, как бы. Молодцы. Алекс не расшарил там доступ. Как будет время, я по репкам застримлю. Там обязательно все как бы. Вот. Я думаю, многим будет интерес, потому что на Good Game так. Ну, то есть не все следили за этим явно, как бы. Вот. Может быть, когда будет день, ничего не будет параллельно идти, так и перестримлю. Мне Алекс как бы разрешил. В игру не попасть, там и в графике дофига какой-то там он говорит. И... Просто я, естественно, графику не буду все настраивать тоже даже. Если надо было бы, да это и нахрен, ну. Это тут в... Хотелось бы какой-нибудь там по рейтингу посмотреть, по статистике. Как, есть какая-нибудь эта ссылка, где статистика в этой лиге там и все дела. Так, Робо... Феникс у нас заказан. Овера Феникс убивает. Сейчас еще вот этого можно. Он полетел. Второй клиент здесь. Два дрона он уходит. Привет. Лучше бы на крипе их оставил. Был бы шанс скорку затрансформить. И еще плюс 3. 5 рабочих. Минус. Нормальное начало, короче. Четенько через шиф. Еще бы про овера бы вспомнил. Фениксом бы сюда полетел вообще. Так, собаки вперед погнали, ребят. Ну, почти готов чаш гейтов. Сколько у нас? 2, а, 4. Ага. А, так это 8 гейт пуш. Зилка пуш, а зилка архона пуш с третьим поздним нексусом получается. Хороший билд вообще. Кстати, какая-то последняя у вас игра с Блаем там была, я видел, там лимита 18-17 в конце оставалось, там какой-то размен, что ли, такой лютый был.
как я понял вообще. Давай, арпази в АТФ идут. Ну, я думаю, здесь просто очень зергу будет не выдержать. Здесь 8 гейток в арп идет. Что он тут сможет сделать? Ой, Зилот всех блоканул, как он там? Вы не пройдете, говорит он. Конечно, ему эти... ублюдки колхозные кабину-то сломали все-таки, но он герой, короче. За двор постоял в упор, короче, раз на раз против всех. Точнее, один на всех роучей. Пацаны, конечно, подбежали, ногами всех поломали уже потом, но героический жилок пал в бою, блин. Так, спасибо за ссылку на статистику, но я имел в виду такая, чтоб удобная она была. А, 2-0, а, вот все вижу, 2-0, ты 2-0. Скиллос 2-0, да, там? Да. Ну, понятно, что, короче. Касс 0-2, ничего себе, касса. Арктур 0-1. Почему Култи и Стрэнджа нет там в этой, ну, в лиге, вот я не понимаю. Так, тут что-то непонятное Амреди делает, если честно, вообще. Че вообще творится-то? Да, блин, че вообще, бля, какого-то нафиг вообще менять было на него вообще этих игрок? Понятно, короче. Стрэндж, как обычно, что-то отказывается от всего, не знаю. Хотя Владари там 20-й сейчас смотрел. Thank you.
Так, ну что, ждем продолжения мы здесь. Зато куда-то уже успели еще мы. Какая-то дичь, да, сегодня идет, ребят. Рекламу пилю. Вы хоть поддерживаете тогда, чтобы так грустно не было мне сегодня. Наверное, вечером стрима, скорее всего, не будет. У меня там дела есть, короче. Зато в 7 утра ГСЛ завтра будет, точно. Да, можете он, кстати, на телефон мне запилить по дежосу. Как-то мне тут надонили на телефон, я в Москве все проговорил почти что. Мне Теле2 скоро пришлет, что у тебя 5 рублей смс-ку ссану, ё-моё. И это очень печально. О, токат килажура 1-0 убил. Ну, чуть токат этот китаец, оказывается, что-то могёт. Просто. Поехали. Что-то какой-то беспредел в чате сегодня я разрешил, чтобы был, но пусть, ладно, беспредельц пока. Стрим не супер долгий, как бы, и вроде людей не дико много, ни у кого пердак слишком с перебором не бомбит. Это нормально, короче. Значит, тогда более-менее все у нас протекает. Данные на лето. Давайте поглянем, хоть какие ближайшие дни погода у нас будет. ТСМ готов. Так, ну тут килажуру пригнал токат этот. ТСМ готов. Разведывает почему-то. Оу. 20-ка тут в понедельник, смотрю, 30 апреля у нас. Неплохо, неплохо. Повышается температура в ближайшие дни. Ну ладно, надеюсь, что правда. Улучшение командного центра завершено.
Так, тут кусты есть там, а там чуть не будет собака. Реактор на бараке, циклоны стар. Ну это марики плюс циклоны выход. Возможно, пуш танком дальше продолжение. Вот. Вот, циклон плюс марик адептик приходит. Куда-то марик один ушел. А, ну это контроль, нет ли здесь пилонов в стиле соса, чтобы дарков варпить. Пиу, пиу. Накидывает по 3 дамага адепту. Погодите, а почему по 2 прилетает? У него что есть? Броня разве у адепта есть родная? Сталкера есть. Адепт подох, я теперь не узнаю точно. Ой. А жаль. Очень-очень жаль. Очень-очень жаль. 5 мариков циклона. Здесь 2 марика циклона летят вперед. Этих мариков не стал ждать. Килажуры правильно тайминг очень сильно сбил бы из-за 2 мариков этих. А так сейчас 2 циклона плюс 7 мариков против, извините. А, ну здесь 3 сталкера. Плюс. Ну тут еще какие-то гиты открылись. Да нет, здесь изи подбивается просто. Ложу божественно контролит еще 10 циклона на муве, просто сливая зачем. Вот нахера идти циклоном вперед, ну ёп. Контроль-то на медиваке, вообще. Марика вперед, медивак, циклоны. Все, было по-другому совершенно. Даже в этой ситуации, смотрите, сколько дэмэджа накидал киложур. А ведь могло вообще все круто получиться бы нафиг. Ой, какие сталкеры там охреневшие просто все у китайца. Это дичь какая-то, ребята. А вот он адепт. Да, есть броня у него, оказывается. Я почти даже не знал, что у адепта броня там есть родная. Бля, китайцы тут вообще какими-то невероятными просто потугами. Смотрите, какие сталкеры все. Отбивают в конце. То есть, казалось, в начале первого циклона задамажил, как бы все провалилось сразу у киложура, но нет. Потом какой-то хер... начал делать китаец, драться с мариками на блинке, вместо того, чтобы покуснуть циклонов, медивак как бы попробовать нормально отогнать. Плюс 3 барак погнала. Так, не понял, мне кто-то пятихатку что ли кинул на телефон. Респект тому человеку тогда, потому что там еще бонус 150 теле 2 обещали. Если я правильно понял. Только сообщите, кто это был тогда. Цари. Сендри-то может и есть, но у штурмовика нет. Феникса, по-моему, нет. Ударка нет. У Зила-то, понятно, есть, а у Сентри... Да, у чуть Сентри родная есть. В смысле, а ударка... Ударка тоже брони, мне кажется, нет. Почему? Раскладывает скиллажур, Steam, 3 танка, ужасно просто бой дает здесь, конечно, отогнали его вон отсюда, чаржа нет, 2-2 грейдов нет.
Батарейки тоже больше нет, филда два неплохих. Это Immortal в стройку въехал. Не, Immortal живет. А сколько гейтов вообще? 8 есть? Да, есть 8 гейтов. Либератор на второй базе тут накидывал по чуть-чуть. Ну, нахер чаш? Густит ее, а наоборот эту. 2-2, блин. Чаш он, конечно, будет. И это хорошо, когда чаш будет готов. Все, танки падают, но назад что только отступить. Сентри опять варпится. Вот тут не сентри надо, мне кажется, тут архивы темпларов надо подстроить и уже делать этих. Вот не пойму, зачем атаку бустить. Ну понятно, она быстрее в бою будет сейчас, но броня бы сейчас 2-2 бы было, нафига. Вот сейчас вообще не дерется проц. Бред какой-то делает. Надо было бы установить броню, синхронизировать как раз с атакой. Вообще, ладно бы там он сразу третью заказал. Ну, третью сразу вроде как не заказал даже. Че, зилоты пошли? Слушайте, Такат-то этот... Киллажур убил Харикена, Киллажур убил там еще кого-то. Остается Найсу Киллажуру. А Такат берет его, развалит. Такат этот прикольный проц на самом деле. И я не знал, что он неплох, если честно. Силу этот пошел, давай. Дарка есть броня. Мощен. Так, третья атака. Полядич пошел, говорит. Любитель атаки. Вот этот процесс, смотрю, такой прям. Вот у нее бустит активно. Активнейший, я бы сказал. Вот Деп мне перевел психатку. Я вернулся, чтобы служить. Будем дезинформировать Госдеп тогда. Жизнь за Айю. На ту репетишку кто-то перевел. Спасибо большое, а было 13 ре. За поддержок такого рода, ребята. Так, ну везде все вроде прикрыто у Киллажура. Ну пока тоже и лезть-то не собирается, вот раз что... Сейчас призму он может просрать. Ай, один зилот не успел драпануться. Киллажу каким-то активным действием происходит. Давай, удиви меня. Поздравляем, Теле2, говорит. За получение, за пополнение счета вы получили 100 баллов. У вас есть шанс получить 10 тысяч рублей уже сегодня. Отправьте «Да» на номер 2018. И выиграть в финале суперприз 1 000 000 рублей.
Бесплатно один день дали, 15 рублей в сутки, подробнее на сайте. Ну, давайте по 15 в сутки платить начнем, да? А вы говорите, заводы, там, телефоны делать. Зачем, ё-моё? Нахер, бля, это надо? Вот, вот как надо, ребята. Вот как надо. Отправьте номер, блядь, просто. Отправьте свои деньги все и все. А пацаны заработают, потом расскажут на ютубе, как надо делать-то правильно, как бы. Бля, просто поражаюсь, конечно. Ладно, погнали. Дальше. Килажуру такой не слабый лимит, я бы сказал. Но у него почему-то грейды только 3 атаки. Как он так с одной инженерки грейды делает? Я не понимаю. Сейчас же колоссы мариков просто выжигать будут с 3 атаками без брони. Ну их 2 всего колоссов, поэтому. Нужно ли вообще было пропсу сюда лезть? А, еще и гвардиан рублен. Ё-моё. Какой мясник Килажур оказался-то, а? Имморталы накидывают 3 штуки, их здесь тоже жестко. Колосс все еще жив до сих пор. Он и выживет, потому что там один феник, ой, этот один викинг остался всего. ГГВП пишет Килажур. Такат оказался не мальчиком для битья каким-то, а нормально. Так, посмотрим, как в сетке, что у нас происходит. На, а, уже все, ребятки. На эстакад был. Уже все вообще отыграли практически. На эстакад 1-1. Килажур Найс сейчас будет биться. На этом как бы у нас все практически конец будет этого турнира. Ну, Килажур выходит, скорее всего, так и так. Харикейн, наверное, выйдет. И так, а тут этот, скорее всего, вот так вот будет. Так, рекламку пилю вам. После игры, помните, про блоки, подписанное время, поддержите мой канал по возможности. У нас сейчас что? У нас сейчас Найс Килажур ПВТ будет, короче, ждем начала. Сейчас я домой быстренько позвоню и вернусь.
Чел с никнеймом Капеллан 012 на Твиче, знаете, что пишет? Если отправишь не реквизит своей банковской карты, то можешь выиграть до 100 тысяч рублей. Знаешь, что я скажу по этому поводу? Если ты отправишь мне 100 тысяч рублей на мою карту, которая есть в реквизитах в описании канала, то ты можешь выиграть реквизиты моей карты, короче. Вот нормальный расклад, мне кажется, так получше звучит. Вот. Ну все, началась, ребята, игра. Бо-2, Найс против Хилажура. Очередное Бо-2. Не знаю, что она решит. Это пара, как бы. Ну, вообще... А, Токат еще не играл ни с кем практически, получается. А, Харикейн Токата убил. Короче, у Аката 3 ничьих. Как I'm ready-то у Аката карту отжал, не знаю. Сам Ready с Кипиром, с Найсом. Выиграл Хилажура, проиграл Харикейна, получается. Просто на Ликвипедии ни хрена не обновлено еще. Кстати, первое место данной группы попадет на четвертьфинал, и победитель Black Lema попадет на первое место вообще. Дон Юа, естественно, 100к там уже не будет, а ты думал. Пристройка завершена. Готов адепт у Найса. Делается Твайлайт. Здесь пробки по карте ездит вообще. И сейчас будет пилон. То есть, наверное, пуш какой-то намечается здесь, я так понимаю, Хилажуру. Адепт на мейн вообще зашел. Ну и что он иллюзию куда вел вообще? Прикольно, к оценке обратно вернулся сейчас. О, так это через глеф и билд, ничего себе. Давно я такой хери не видел, но бывает что. Не, ну так, а там что-то кого-то... Их-то, конечно, у него тут провали, ну там... Нормально всем проиграл, но... Много кого и выигрывал. Короче, кто-то может так, а получается. Так,
еще один гейт. Гейтов сколько? 4, да, будет у нас? 4 гейта, немаловато ли. Даркшрайна и еще пилон. Адепты в Даркшрайн, да, смотрите, адептики в Даркшрайн. Чаглефы будут до готовности стима, у Килажура они здесь бункеров вообще ни хера нет, короче. Так, тут адепты начали накидывать, но Килажор попытался контратаковать, ни хрена не получилось вообще у него в этом плане. Просто адепты Глефа зашли. Да, что-то сегодня как-то на расслабоне получается. Много моментов пропустил я что-то сегодня вот таких ключевых. Ну как, тут ключевой-то момент я показал с адептами, я проморгал, как Килажур контратаку пошел, но она провалилась. Наши КСМ атакованы. Улучшение командного центра завершено. Так, не, ну если Килажур сольет, то, конечно, он не выйдет из группы, потому что у него все плохо будет. О, здесь два барака. Пуш еще, кстати, идет. Зилоп в обход пошел. Пока Рипер сюда долетит, уже Сталкер первый придет. Тут очень важно, как Килажур быстро бункер лишь закажет по этому билду. Я извиняюсь, я в контактах писал, что на меня там Даша гонит, что типа воды там дома нет и т.д. Хотя я русским языком сказал, что
сегодня не надо ехать, а завтра надо ехать, как бы, или вечером хотя бы. Вот, в итоге, как бы, ну, я имел в виду все эти расклады. Я и так сегодня FP хотел начать в 12, как бы, вместо этого бегал, блин, по магазинам, как угорелый, за продуктами. Вот. Короче, ладно, не буду за ухо вам это говорить. Так, слушайте, ну отменил наискил ажуру цеху. Килажур на ХГ ставит. Ну, вообще у килажура все так себе сейчас. Потому что... Единственное, я понимаю, нахера старгейт после такого опенинга делать? Почему не сделать блинк в робо, как бы, фаржи? Тем более, Нексус раньше, экономика хорошая сейчас будет. Чего, для чего здесь старгейт нужен вообще, я не понимаю просто. Не, ну можно продолжить шатать, как бы, но... Тиран-то тоже развивается с мейна, как бы, и... Как-то, ну, посмотрим, посмотрим. Оракул, Твайлайт. Прикольно, рипера прихлопнул, оракулом только запрыгнул. Только пот хотел стереть, что от сталкера ушел, не тут-то было. Запотел. Ну, оракул зато спалился, и теперь попробуй разведи. Еще один оракул блинк делается, ну такой, типа, на контроль здесь билд. Так, здесь минка-то есть? Минка-то нет, прилетел, что-то боялся. Не, ну такое применение оракула вообще, честно говоря, странное, потому что... Ой, килажур дает джаза, нахрена медивак отдал, вообще непонятно. Оракул там вокруг облетает, ну три сталкера хотя бы забрал, и то хорошо. Здесь второй оракул у нас летит мимо всего. Два их суммарно будет, блинк пока не готов. Феникс первый уже идет. Еще минус толк. Что он делает, тайваньский игрок, я не понимаю. Абсолютно херь какую-то делает. Батарейку не заказал. Сталкеров, конечно, добавляет. Батарейкой в разы проще отбивать вот такую хреновину. Так, Феникс поднимает не того вообще. Ё-моё, блин, поднимает дамаженного первого. Оракула всех слил, короче. Ужасный размен, короче, для Протса. Но при этом все, у него экономика намного лучше, как бы, у него все хорошая ситуация. И самое главное, килажур, вот этот же билд абсолютно понятен, что если те два сталкера пришло, то это прокси-гейт со сталкерами. То есть килажур, вместо того, чтобы проверить, где этот гейт, даже его не нашел в итоге. О, бред какой-то. Здоров, киберлесник, спасибо тебе. Феникс тут сработал, адепта на вторую. Слушайте, что-то найс как-то это... План тут килажуру разбирает вообще, короче. Что-то килажур начал за здравие, закончил за упокой, реально. Убил Харикейна, как бы отлетел. Неужели они сильнее Харикейна, все вот эти игроки? Такат там этот, короче, странный.
Так, ну что, кажется, все здесь доиграли. Кефир против I'm Ready, только тут у нас матч есть вроде как. У Киражура получается 3 победы, 2 поражения. У Такарта там 3 ничьих, победа, поражение. У остальных я хз. У Харикейна сколько? У Найса сколько? А, у Найса вообще 2 по... Так. У Найса вообще что-то тут все хорошо как-то прям было. Хотя не, нифига не хорошо у него. Ну, должен проходить, по идее, тоже. Так, ну что, кажется, надо стоп-стартить по чуть-чуть здесь, как бы, а что делать-то еще? А, нет, что-то тут происходит, а что это происходит? Какие-то репки там будут еще, что ли? Ну, давайте зайдем. А, это еще прямой эфир. Кефир против I'm Ready. Ну, давайте посмотрим. Не знаю я, что там, короче, происходит. Сейчас приду, ребят.